Медсестра Елена Смирнова уже сбилась со счета, сколько именно раз с начала массовой вакцинации она прививала пациентов спутником ВИ. Но уже точно более 1500 человек прошли через этот кабинет в ее смену. За 2,5 месяца, говорит медработник, отношение к прививке у людей поменялось. Первые более боялись. Ну как, здесь и крестились бывало, и боже мой, чтобы все было хорошо. А сейчас более, что много людей начали выходить, люди уже не боясь, что будут какие-то последствия. В числе тех, кто испытал на себе действие прививки, был и я. И вот наступил второй этап вакцинации. С момента первой инъекции прошел ровно 21 день. Мой организм относительно благосклонно перенес прививку. Температуры не было, правда, была небольшая слабость. Скажите, как вообще люди переносят инъекцию? Люди переносят хорошо, но у некоторых бывает небольшая температура. Ну, давайте попробуем. Легкий безболезненный укол. Выхожу на финишную прямую на пути к полному отсутствию страха заболеть ковидом. Максимальное количество антител должно выработаться через 3 недели. Сутки не мочить, не тереть, не чесать, баню, сауну не принимать 2 недели, физические нагрузки тоже. Алкоголь можно? И алкоголь тоже 3 дня. Эта девушка также приехала на повторную прививку. Жанна Девизорова живет в Долгопрудном, однако, по ее словам, в Химках вакцинироваться проще. В Долгопрудном талонов нет, там все занято. Здесь я 28-го утром решила записаться, и в тот же день была открытая запись. То есть день в день я сделала первую, потом мне здесь же назначили вторую. А вот для Юрия Сорокина, тренера детской баскетбольной команды, это первый этап вакцинации. По словам химчанина, работа с большим количеством детей обязывает заботиться о здоровье. И у нас сейчас практически уже половина тренеров вакцинировалась. Настрой позитивный у всех. Естественно, хочется обезопасить и себя, и детей, и своих близких, и взрослых. С начала вакцинации только в 7-й поликлинике прививку поставили 1000 человек. Треть из них – пенсионеры. По словам заведующей поликлиники, записаться теперь стало еще проще. Запись у нас идет на вакцинацию день в день. То есть с 8 утра до 8 вечера любой желающий, имеющий российский паспорт или вид на жительство, могут прийти к нам и пройти вакцинацию. В общем, никаких анализов сдавать не надо. Единственное, если там хронические заболевания, взять, все-таки обратиться к терапевту. Поставить прививку в день записи стало возможным благодаря увеличению числа поликлиник, где вакцинируют от коронавируса. За 2,5 месяца в Химках вакцинировали более 10 тысяч пациентов. Если в начале декабря сделать прививку можно было лишь в 3 медучреждениях, то теперь для пациентов открыты все взрослые поликлиники. Всего их 9, а также один пункт открыт в торговом центре «Мега». По словам врачей, вакцины хватит на всех.